В День семьи в регионе родилось около 75 маленьких казахстанцев самых разных национальностей. В Карагандинском областном перинатальном центре 8 сентября появилась на свет двойня. В этот день всех новорожденных и их счастливых мам поздравил аким области Бауыржан Абдишев. Первое празднование Дня семьи как государственного торжества отметилось в Караганде появлением двойни. Президента впервые мы официально его праздновали. И отрадно, что у вас сегодня вот двойня. Мальчики, девочки? Девочки. Две девочки. Как назвали? Анастасия и София. Анастасия и София. Летишь там. Небольшой подарок. Спасибо вам большое. Бауыржан Абдишев попросил передать Анастасии и Софии привет, когда они проснутся. Еще одна девочка и мальчик появились в этот день. Мамы здоровые, дети тоже. Сегодня современная медицинская техника позволяет выхаживать детей даже с полукилограммовым весом, а тут настоящие богатыри. Я считаю, что чем больше у нас будет в области таких патронатных семей, чем больше детей мы будем, те семьи, которые имеют возможности, будут забирать с детдомов свои семьи, чтобы они были, жили в семье, я думаю, таким вот большим делом мы в перспективе можем добиться вообще, можно сказать, минимизации, наверное, вообще, я считаю, обнуления института детдома, института сиротства. К сожалению, у нас в области насчитывается более 4000 детей-сирот, но на сегодняшний день 2000 приняты в патронатные семьи для воспитания. Это отрадно. Одну из таких семей посетил Бауыржан Абдишев. Глава семьи Искаковых Дархан и супруга Кымбат готовились к визиту с главы региона. В семье четверо детей, трое из них свои, четверо приемные. Но кто сможет разделить на своих и чужих? Все родные, всем хватит места за одним столом. И таких непростых гостей не стыдно угостить. Гости, конечно, пришли не с пустыми руками. Подарили телевизор. Семеро детей и в семье Галицких. Здесь растет династия медицинских работников. Отец семейства Франц Иосифович – врач-мехкорохирург. По его стопам пошли два сына и старшая дочь. Остальные дети учатся в гимназии. За столом всегда весело. Младшим палец в рот не клади. Мне телефон оставьте. А что, аким области пришлось номер телефона оставить младшему Галицкому. Мы же наблюдаем, все-таки смотрим масс-медиа и так далее, видим, что происходит за границей, за рубежом, как вообще меняются ценности человеческие, то есть уже даже не говорят «мама», «папа», есть партнер один, партнер два, там, да, или какие-то. Все равно семья, это здоровая семья, я думаю, это здоровое общество всегда, где есть все-таки видно любовь, прощение. Бауыржан Абдишев поздравил Галицких с Днем семьи и, конечно, преподнес подарок. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.